Генрих Сапгир. Из разных половин. Вчера или когда-то жил-был чудак один. Он был как будто скроен из разных половин. Своим нелепым видом он удивлял ребят. Посмотрят справа – брит он, а слева – бородат. Одет он справа – щеголем, а слева – кое-как. Одна нога босая, а на другой – башмак. Одна нога танцует, другая в стороне. Одна рука – подите прочь, другая – все ко мне. Все время улыбается одна сторона лица, другая все время хмурится и плачет без конца. Так жили половинки, не в лад и не в попад, и лишь одно любили – трехслойный мармелад.